В городе Шымкент полицейские разыскивают мужчину, подозреваемого в мошенничестве с банковскими карточками. В полицию областного центра с заявлением обратились десятки жителей области о том, что неизвестный мужчина под предлогом оказания помощи в снятии наличности путем подмены банковских карточек похитил со счетов доверчивых граждан крупные суммы денег. Так, 17 июня 2016 года в Альфа-Арабийский отдел полиции УВД с заявлением обратилась 37-летняя жительница Тулебийского района, которая сообщила, что возле одного из городских банкоматов к ней подошел неизвестный мужчина и предложил ей свою помощь в снятии денег с банкомата, после чего, подменив ее банковскую карточку обманным путем, снял с ее счета деньги в сумме свыше 160 тысяч тенге. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования Альфа-Арабийского отдела полиции УВД города Шымкент и возбудили уголовное дело по статье 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Мошенничество». В ходе оперативно-розыскных мероприятий и опроса свидетелей оперативники Альфа-Арабийского отдела полиции установили возможного подозреваемого, лицо которого попало на видеокамеры наблюдения банкоматов. Стражи порядка предполагают, что подозреваемый мужчина может быть причастен к около 30 фактам мошенничества, совершенных им на территории областного центра. Южно-казахстанские полицейские просят очевидцев и свидетелей, владеющих какой-либо информацией о подозреваемом лице, обратиться в криминальную полицию Департамента внутренних дел Южно-Казахстанской области по телефону 102. В Байдебекском районе Южно-Казахстанской области полицейские раскрыли факт хулиганства с применением оружия. Так, в конце марта 2016 года в Байдебекское РОВД поступило сообщение о том, что в районную больницу с телесными травмами доставили молодого человека в возрасте 18-20 лет. По прибытию на место происшествия стражи порядка установили, что 18-летний потерпевший получил ранение из неустановленного травматического оружия во время потасовки между группой молодых людей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудник полиции Байдебекского РОВД задержал местного жителя 1998 года рождения, подозреваемого в хулиганстве с применением оружия в отношении потерпевшего. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования Байдебекского РОВД и возбудили уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса Республики Казахстан 287 – незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. И 293 – хулиганство. Проводится досудебное расследование. В настоящее время сотрудниками полиции Байдебекского РОВД выясняются все обстоятельства произошедшего. Дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковушек произошло сегодня примерно в половине 10 утра по улице Айбергенова. Здесь столкнулись два автомобиля марки ВАЗ 4 модели и Дайва Лассетти. По предварительным данным, столкновение произошло после того, как впереди идущая «Жигули» по неизвестным причинам остановилась посередине проезжей части. В него на приличной скорости и въехала Лассетти. На месте аварии образовалась большая пробка. В частности, возмущению не было предела от водителей общественного транспорта, которые с большим трудом маневрировали на своем габаритном транспорте среди искореженных автомашин. Однако, благодаря оперативным действиям пробку удалось локализовать. На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники дорожно-патрульной службы. Им и придется установить точные причины происшествия.